Все вы, конечно, знаете, что мультфильм аниме «Боевой континент» запретили в Ютубе. Хотя он лучший мульт, который я видел за последние 20 лет. И даже по сравнению с сериалом «Дорамой», которую я тоже планирую выложить, но уже в приватном канале Telegram. Для того, чтобы на него попасть, необходимо иметь ссылку, которая внизу, под видео, и сам Telegram. Если нет его на компьютере, то он просто устанавливается. Выбираете операционную систему, обычно она уже выбрана в загрузчике, и выполняете скачанный файл. Затем опять кликайте ссылку на мой канал, обязательно подписывайтесь. И уже на канале кликайте ссылку перехода в приватный канал «Боевой континент». Telegram-бот предложит заплатить 99 рублей за доступ к каналу. Ну, согласитесь, любой труд должен быть оплачен. И 100 рублей – это не огромная сумма. Подписывайтесь и смотрите новые приключения небесного принца Тансана. Кстати, я уже до 200-й серии.